строительство нового города обойдется Туркменистану почти в 5 миллиардов долларов. Точная стоимость станет известна после объявления тендеров. Молодой административный центр Ахалского вилаята назвали Аркадак. Это официальный титул Гурбангулы Бердумухамедова, отца действующего президента. Город, который строят в 30 километрах от Ашхабада, президент уже поручил занести в Книгу рекордов Гиннесса. Правда, какой именно рекорд нужно установить, не уточнил. Аркадагу дали особый статус – город государственного значения. Такого нет даже у столицы. В рамках первой очереди там уже возвели умные дома и административные здания. Вокруг планируют разбить зеленую зону площадью свыше 2000 гектаров, а курсировать там будет только электротранспорт. По заявлениям властей, город должны облюбовать больше 70 тысяч жителей.